все мы в школе писали сочинение, кем я хочу быть, когда я вырасту. Первое мое сочинение звучало примерно так. Я хочу быть токарем-фрезеровщиком. Я нифига не знал, что это такое, но мне мой папа под диктовку это говорил. Вот. Говорит, Саня, говорит, ты не представляешь, говорит, как красиво, когда из-под резца вылетает переливающаяся всеми цветами радуги стружка. Я это зафиксировал на бумаге. Педагог меня похвалил и сказал, вот растет рабочий класс. Потом я был готов стать водителем рефрижератора, потому что за границу ездят, и потому что там жвачка есть. Очень хотел жвачки импортной. Я даже помню, когда это соседи с рефрижераторов привозили эти наклейки. И мы их называли шпионаж. Почему шпионаж, я не знаю. Вот. А на самом деле артистом хотелось быть всегда. Мама это рассказывает, я сам ничего не помню. Потому что, говорит, с 5 лет, я там или с 3 даже лет, начал собирать во дворе в своем своих друзей, одногодок, и что-то с ними там какие-то творческие вечера, стихи матерные, там еще что-то такое делал. Вот. А подстегнуло, вот как ни странно, почему-то я об этом помню. Я выступал, будучи уже студентом института, на режиссерском факультете я учился, и в Доме актера был какой-то вечер, там был Сергей Маковецкий, а я безумно его любил. Ну, почему? Я люблю. Вот. И я подошел к нему что-то поздороваться, а он на меня как-то внимательно посмотрел и говорит, Саш, говорит, вы будете артистом. И мне это запало в душу. Я думаю, вот если Маковецкий мне сказал, что я буду артистом, значит, я реально буду артистом. Вот так случилось. А вообще, на самом деле, все Петросян. Все это Петросян. Вот заметил, он, скажем как, Мюнхгаузена вытащил в телевизор. Без телевизора никуда, всем понимаем. Вот. Да вообще, всем людям, которые поучаствовали в моей судьбе, я очень благодарен. Господу, маме, папе, всем-всем-всем. Потому что, ну, да, я хороший, добрый, но кто бы я был без этих хороших людей? Да никто. Фу.